with me. At least I'm I am the one, the one, your son, don't need a gun to get respect upon. Привет всем, с вами Глеб. В этом видео я буду задавать вопросы одному местному ютуберу, который уже на канале 400 подписчиков, и в честь этого он делает конкурс. Так что переходи по ссылке в описании и участвуй в его конкурсе. А я желаю вам приятного просмотра моего видеоролика. Вообще ебану, да? Это прежде, короче. С вами Глеб и Саня. Сегодня, короче, у меня в студии, у меня в гостях Саня. Я хочу ему задать некоторые вопросы. Ты готов на них ответить? Конечно. Так, сколько времени уже твой канал проседает? Больше полгода. Нихуя себе. Скоро будет год в феврале. Сколько времени тебе ушло на то, чтобы освоить программу Sony Vegas Pro? Больше полгода я начинал заниматься с таких простеньких программ, потом уже переходил к более таким серьезным программам и в итоге перешел на Sony Vegas и сейчас я монтирую. Выбить. Все. Сколько времени, сколько каналов ты создавал в свою жизнь? Канала 4 я... Но сначала создал канал Мироман Плейсимо, там летсплеи по различным играм, КС и Майнкрафт по таким играм. Потом перешел уже к читам на Майнкрафт, и много просмотров было на читах. И все, я набрал много подписчиков. Ну что, короче, пора пиздить. Следующий вопрос. На твоем канале были конкурсы? Да, был конкурс. Сколько раз ты? Один раз был конкурс, но скоро выйдет второй конкурс, 400 подписчиков. В тот момент у меня закончились вопросы, и поэтому мы смотрим сальтуху Ромы Панарина. Настя, где? Настя! Так вот, мое видео подходит к концу, и мне пора его заканчивать. Так что ставь лайк и подписывайся на канал. И тогда я до субботы сниму новое видео. Всем пока!